первый проект, который я смотрел по утрам, и, наверное, СТВ было в приоритете. Я не сочтите это за рекламу. Это студия хорошего настроения. В субботу мне, например, нравится программа «Минск и минчане», достаточно интересно рассказывающая о нашей столице. 22:30 «Вечерние новости», тоже очень удобно смотреть чиновнику. Сегодня, наверное, у меня меньше таких возможностей, но вместе с тем, благодаря интернету, я могу загружать интересующие меня программы, прежде всего, конечно, это новости. Я признателен руководству и всей команде столичного телевидения за то, что мы смогли реализовать впервые первую национальную музыкальную премию в Беларуси. Мы также впервые провели проект «Золотая коллекция белорусской песни», где представили шедевры, созданные в 20-м и в 21-м столетии нашими композиторами и нашими поэтами. Не мое право оценивать эти проекты, я думаю, их должен оценивать зритель, но мне кажется, то, что мы это сделали, заложили очень хорошую традицию. О столичном телевидении можно сказать, что это добрый канал, создающий такую добрую, позитивную атмосферу. У вас красивые ведущие, очень красивые лица, и всегда заряжаешься такой позитивной энергетикой. Я вот, наверное, бы этого и пожелал дальше. Дарить позитивную энергию зрителям, всем тем, кто смотрит столичное телевидение.